Ой, мне пора. Погоди еще немного. Глупый. Ты же на работе. Ну, все равно. Погоди. Ну, мы через 20 минут будем опять вместе. Мы всегда будем вместе. Ой, молчи. Дай я тебя поцелую. Ну, ты с ума сошел. На нас же смотрят. Ну и пусть смотрят. Ой, да ну тебе. Ну, как будто мы расстаемся, будто кто-то улетает. Далеко и надолго, да? Может, хватит, а? Ой. Людей не стыдятся. И, пожалуйста, бортпроводница. Чего ж удивляться, если больных людей по суткам заставляют ждать самолета? Ну, вот видишь. Ой, пусти. Пока. До свидания, на борту. Удивляюсь я нынешней молодежи. Как это у них все быстро получается. Не успели познакомиться, уже целуются. Время высоких скоростей. Кстати, почему вы себя-то причисляете к старикам? Почему? По жизненному опыту, ясно? Ясно. Ну вот. Закрыли тему. Ну, ты не сердись на меня, друг. Сколько тебе лет? 28. А мне 34. Мы почти ровесники, а я уже 10 лет пенсию получаю. Понял? По инвалидности. А что так? Да, вот так. Неважно. А, и вы теперь на весь мир сердиты. Да нет, у меня боли в голове, жуть. Повышенное внутричерепное давление, так врачи говорят. Здорово они, подлецы, понимают во всем, вот только сделать ничего не могут. Вот к профессору лечу в Ленинград. А что толку-то? Ну, пойдемте, пойдемте. В Ленинграде врачи хорошие вам помогут. Да уж, насиделись мы тут. Скорее на своих двоих доберешься. Господи, царица вой твоя небесная, чтоб я теперь когда-нибудь... Да что ты, бабуся? Ну, позволь-ка я тебе помогу-то. Ты не гневи бога-то. Боже ты откуда? Аж в Ленинград за полдня. Это же хорошо. Для чего-то? Удобная вещь. Я теперь на поездах вообще не езжу. Не боитесь? А чего бояться? Вон сколько народ летает и не боятся. Ваш поезд скорее с рельс сойдет. Да еще грязь. А тут чистота как сможет. А вот только если бы не откладывали. А это уж не от них зависит. Погода. Да ладно, ладно, знаем. Всюду непорядок. Я объясняю тебе, пожалуйста. Погода мне не сойдет. Товарищи, приготовьте билеты и посадочные талоны. Товарищ бортпроводник, здесь пассажир беременная. Господи, зачем же она летит? Да говорит, что без мужа рожать не будет, а муж в Ленинграде. Проходите, пожалуйста, только осторожнее. Благодарю вас. Благодарю. Вы проходите на передние места, там вам будет удобнее. Хорошо, спасибо большое. Кому в полете одним пассажиром у нас здесь стало больше. Тут и муж рад будет. Ну вот, веду вам вашего возлюбленного. Билет приготовьте. Да пожалуйста, пожалуйста, билет, только краснеть-то зачем? Слушай, друг, проходи, проходи. Сейчас. Постойте. Я подожду, пожалуй. Я потом, хорошо? Не задерживайте, товарищ, проходите, пожалуйста. Ну если я не могу. Ну чего ты не можешь? Ну проходи. Да войти в него не могу. Ну тогда отойдите в сторону, пожалуйста. Ваш билет. А, сейчас. Где-то здесь был. Ты меня любишь? А что? Любишь меня? Очень. Где же все-таки билет? Правда очень. Правда очень. Ага, вот он. Пожалуйста, ну, все прошу. В порядке, все в порядке, да. Проходите. Я тебя тоже очень. Так, давайте, давайте, товарищи, не задерживайте. Осторожнее, здесь ребенок. Товарищи, садитесь на свободные места. Пожалуйста, пожалуйста. Все. Кончилась командировка.
И эти два дня тоже кончились. Да, неужели кончились? А может, их и не было? Сон, как во сне. Разве я мог предполагать, что все будет вот так? Встретились, и я уже не могу без нее. Совсем. Представить себе не могу, что ее могло бы и не быть. Могло не быть этой встречи. Если кому рассказать, скажут банально. Да, банально. Средние фильмы, средние книги, средние пьесы, бродячий сюжет. Согласен, бродячий. Все вечные сюжеты, бродячие сюжеты. Я не виноват, что кроме прекрасных книг и пьес существуют средние. Ромео и Джульетта тоже вечный сюжет. А мой случай? Нет, я не боюсь. Что изменилось для меня? Все. Все. Есть ее жизнь, которая стала моей жизнью. Ее детство, ее семья, родители, которые баловали ее или держали в строгости, недостатки, достоинства, ее глаза, голос, ее будущее, она сама. Все это составляет теперь и мою жизнь. Да. Моя жизнь стала больше, чем до сих пор. Я вчера нес ее на руках по берегу и заметил, что она не такая уж легкая, не девочка-былинка из сказки, а крепкая девчонка с круглыми глазами. Она так держала меня за шею, что я понял, я никогда ее не уроню. Моя любовь – это нести ее всю жизнь и не уронить. Милая. Милая. Будь счастлива со мной. Не возражаете, если я сяду рядом? А, пожалуйста, пожалуйста. Ну вот и спасибо. Кажется, скоро взлетаем. Угу. Знаете, пока не взлетим, не поверим. Да. А почему вы не хотели входить в самолет? Так. Не хотел и все. Но все-таки... Но я раньше сам летал, а теперь вот пассажир. Да вы все равно не поймете. Ну почему же? А я, между прочим, вас давно приметил. И вас, и ее, нашу бортпроводницу. Вы ведь познакомились здесь же, в порту. Ну и что? Да ничего, отложили рейс на двое суток, так вы со скуки... Слушай, друг, я тебя прошу. Ну ладно, 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 знаем. Ага, взлетаем. Здравствуйте, товарищи пассажиры. Сообщаю краткие сведения о полете. Наш самолет ведет экипаж Ленинградской авиагруппы. Командир корабля Виктор Кочергин. Высота полета 8000 метров. Скорость в полете 850 километров в час. Аэропорт назначения Ленинград. Во время взлета и посадки просьба всем застегнуть привязные ремни. Курить можно с согласия соседей, когда погаснет световое табло над дверью. Пепельница находится в подлокотниках ваших кресел. Желаю вам приятного полета. Ужасно вам. Ну что там, еще не взлетели? Вроде бы еще трясет. О, трясет. Трясет, выруливает. Уже разбег берет.
Честное слово, летим. Летим, а? Господи, помилуй. А вам журнал. Ну, как ты тут? Ничего. Я сейчас уйду ненадолго, только доложу командиру. А когда вернусь, посажу тебя в задний салон. Там никого нет. Мы будем вдвоем. Здорово? Конечно, здорово. Это что ж, собираетесь меня покинуть? М? Зато выспитесь. Ну, я вам про себя-то почти все рассказал. Я вам рассказал, что я инвалид, что мне 34 года. Рассказал? Рассказали. Ну вот. Вот в этом вся моя биография. А как же вы... В общем, как это произошло, извините, что вы стали инвалидом? Ну, ведь не с этого же началась ваша биография. Авария. Авария? Да, я забыл вам сказать. Я бывший военный летчик. А, летал на Иле-28. Знаете такой? А, впрочем, откуда вы можете знать? Вы ведь сами-то не летчик? Нет. Ну вот, а я был летчиком. Честно говоря, мне кажется, что я и сейчас, и всегда летчик. И знаете, что еще? Мне кажется, что всем видно со стороны, что я пилот. Ну, так вот только временно болен. Да я и вам-то сразу про это не сказал, потому думал, ну, чё ж говорить-то, и так все ясно. Ну, а что же с вами все-таки произошло? Да, садились однажды, ну, и у нас с правой ноги... Ноги? Ну, шасси справа, то есть, да, 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 это да. Вы все равно не поймете. Ну, в общем, наломали дров. Ну, с тех пор вот... Ну, короче, позвонок треснул, и с головой что-то тоже, наверное, треснуло. А сами-то вы кем работаете? Я инженер по технике безопасности. Наполовину медик, наполовину техник. Да, забота о людях, короче. Ну, ты что-то я не понимаю. Да это долго рассказывать. Ну, расскажите, мне интересно. Ну, например... Не знаю, ну автомобиль. Или самолет. Нет, я говорю автомобиль. Он вас может и отвезти куда угодно, и может убить вас выхлопными газами. Угу. Понятно, только вы-то тут при чем? А вот мы защищаем людей от созданной ими техники, грубо говоря. Не понимаю. А зачем вы летали в Энск? На один объект. Его работа связана с угрозой здоровью тех, кто на нем работает и живет вокруг. Это как же? А зачем же строят такие вот объекты? Да, зачем строят самолеты? Ну, так смотря какие. Военные, чтобы воевать, а пассажирские, чтобы людей возить. Ну, тогда как же с вашим случаем? Я имею в виду аварию. Ну, мало ли что. Это почти как на войне все бывает. А однако летают? Ну, конечно, летают. Да, то-то и оно. Так чего вы мне голову-то морочите? Вы объясните. Хорошо. Ну, просто если польза превышает возможные случайные потери, то стоит рисковать. Понимаете? Ну... Всеобщее благо, оно же выше блага отдельных людей или группы людей. Ясно? Угу. Почти. Ну, чего вы там выяснили-то? Зачем вас посылали, если так уже известно, что он вредный этот объект? Ну, это уже вопрос служебный. Но к тому же вы ничего все равно не поймете. Ах так. Не доверяете, да? Мне, военному летчику, не доверяете, тихо, да? Тихо, бывшему, кажется, так. Ну и черт с вами, ну и бывшему. Ну, тихо, ну, тоже мне техник, медик, липа. Ну, тихо, не волнуйтесь, вам вредно волноваться. А это не ваше дело. Ну, тихо, вы... Ну, вы поймите, объекты важного государственного значения. Ну? Их нужно было закрывать, что почти невозможно. А с другой стороны, здоровье и жизнь сотен и тысяч людей. Ну и... Ну и я нашел решение. После 3 лет работы, наконец, нашел. Инженерное решение. Я ведь говорил вам, что я наполовину медик, а наполовину инженер. Да, ну и что? А вот то я на все 100 инженер. Решение вот в этом портфеле.
товарищ командир корабля. В пассажирском салоне все нормально. Докладывает бортпроводница Еремина. Слушай, там у тебя беременная женщина летит. Да. Ты присмотри за ней, мало ли что. То одним пассажиром. Им в последнее время понравилось рожать в воздухе. Это 10 км высоты их вполне устраивает, я смотрю. Удобное место. А зачем ей смотреть, товарищ командир? У нас на борту своя великолепная акушерка имеется. Верно, штурман, а? Ладно, ладно. Ты расскажи, как ты помогал принимать ребенка, когда в Риге работал? Братцы, чтобы я еще раз в такое дело влез, скорее за борт выскочу, честное слово. Наша проводница, наверное, не знает, как это было, да? Нет, а что? Ну, рассказывай, что. Ну ладно, отстань ты, ну брось. Ну, подожди, ребята, подождите, тогда я расскажу. Летит он штурманом на Ил-14, и вдруг одна начинает рожать. Мужчины в ужасе кинулись в хвост, женщины в панике стали визжать. Роженец кричит благим матом, а штурман наш крику не любит, вскочил, как раз вовремя подоспел. Так что акушерка есть, товарищ командир. Ну, значит, все в порядке. Я могу идти? Да, идите. Ну, товарищ штурман, я буду это иметь в виду. Товарищ бортрадист, да? После окончания служебной связи запросите диспетчера, что у них там на полосе? Толчок был? Есть. Значит, мне не показалось. Кстати, вам не показалось, будто при взлете у нас правое колесо как-то стукнуло, а? И вроде захлопало что-то. Не показалось? Нет, не показалось. Угу. А мне показалось. Как ваша голова? Ну вот. Только я об ней забыл, так он напоминает. Нет, точно что-то стукнуло под правой плоскостью, чтобы мне пропасть. Да ну у вас. Да ну у вас. А ты знаешь, что бывает-то? Ну летим же. Ну и что? Ты знаешь, что бывает? Ну, хватит вам каркать. Тут беременная женщина летит, а вы... Пойдем? Пойдем. А то, знаешь, он каркает тут все время. Что-то говорит. Стукнуло где-то, что-то затрещало. Пойдем. Да точно же стукнуло. Я же мозжечком чувствую. Я сам летал на Иль-28. Только откуда вам знать, как я на нем летал? А зашлепать так могла рваная резина, ясно? Взлететь мало. Сесть надо. Товарищ, не волнуйтесь понапрасну. Лучше поспите. Завтрак будет через 40 минут. Ага. Ну, пошли. Там никого нет. Пошли. А то он каркает. Так что у нашего радиста сегодня боевое крещение. Первый самостоятельный полет. У него первый, у меня последний. Что, медицина, да? Да. Давайте о чем-нибудь повеселее. Товарищ командир, земля сообщает, что... Что? Резина с правых шасси осталась на взлетной полосе. Что я говорил? Был толчок. И не выбоина это была. Спокойно. Я тоже предполагал, но зачем спешить? Да ну, как же вы, товарищ командир? Ведь это значит, что... Товарищ второй пилот... Не делайте преждевременных выводов. Я не делаю. Я ехала домой. Песня такая. Штурман, ты бы пошел проведать беременного пассажира. И так, похоже, правая нога у нас разута. Похоже. Подождите, может, не до конца. Может, там осталось что-нибудь? Ведь на каждой ноге у нас по 4 колеса, по 4 калоши, так сказать. Радист. Да. Запросите подробности. Есть. Если только одно колесо, остальные выдержат. Расчет тут простой. Понимаешь? Ну. Нагрузка возрастет на каждое оставшееся колесо в 1.5 раза. Да, да, да. А запас прочности у них солидный. Да, да, да. Это все теория. А толчки? А вибрация? Ну, а если с крыши упадет черепица, вибрация? Диспетчер сообщает, что на полосе найдены остатки резины со всех колес правого шасси. Хм. Это дело хуже. Вот вам ваша теория. А чем черт не шутит? Вот если в момент приземления нагрузить 2 неповрежденные точки, левое шасси и носовое, можно и так сесть без эксцессов. Это если бы да кабы. А потом вся тяжесть на третью, кронштейн спарывает бетон, а если мы не взрываемся тут же, то, перевернувшись раза 4, 10 секундами позже. Смотря как вести самолет при посадке.
Товарищ командир, диспетчер запрашивает, что мы собираемся делать. Садиться здесь или там, в Ленинграде? Скажи, что мы сообщим это через 5 минут. Есть. Так, ну что ж. Хотя ты и не совсем по инструкции, но я хочу знать мнение экипажа. Высказывайтесь, товарищи. Вы, товарищ второй пилот. Ну, конечно, в Ленинграде. Зачем торопиться? И вообще, товарищи, пусть они все проверят. Пусть проверят. Ясно. Хотя мотивы не очень. Ну да ладно. Вы, товарищ бортинженер? Там. Там более оснащенный аэродром, лучше полосы, лучше подходы. Там успеют подготовиться, в конце концов. Ну, пожарных, санитарных машин там больше и так далее. Ясно и убедительно. Штурман. Здесь. Чем скорее, тем лучше. Чего тянуть? Или пан, или пропал. Горючее можно вылить, остатки выработать. Аэродром здесь отличный, полоса хорошая. Метеоусловия хоть куда. А какие они будут там? Я ехала домой. Убедительно, хотя и пессимистично. Что скажет бортрадист? А что я скажу? Я не специалист. И опыта у меня мало. Только лучше там. Тоже ясно в общих чертах. Итак, передавайте решение командира корабля. Летим в аэропорт назначения, просим эшелон и маршрут оставить прежний. Есть. По мне лучше сразу. За что боролись, на то и напоролись. Да не пари ты, билиберду всякого. Да это пословица. Отставить пессимизм. Тем более, что меня жена ждет сегодня вечером. Я телеграфировал. Отставить пессимизм. Так, кажется, я сказал. А сам-то я спокоен. Даже более чем спокоен. Наверное, опыт все-таки существует. Полетный опыт в моем случае. Задача усложнилась. Надо быть предельно собранным и, следовательно, спокойным. А помимо полетного опыта есть еще жизненный опыт. Много чего повидал, испытал. Просто так не растеряюсь уже, чтобы не сглазить. Примета. Надо еще подержаться за что-нибудь деревянное. Черт, в кабине нет ничего деревянного. Выходит, могу сглазить. Ерунда. Шутки в сторону. А из чего, собственно, складывается мой жизненный опыт? Откуда у меня такая уверенность в себе? Ну, давай считать. В училище раз парашют долго не раскрывался. Раскрылся у самой земли. Перелом обеих ног. Я летел камнем, твердил про себя. Врешь, врешь, сяду. Сел. На войне 2 раза горел. Сбили как-то, попал в плен. Бежал. Окончил войну майором. Потом было дело. Повыгоняли отовсюду. Списали из авиации. Ходил, добивался, писал, требовал. Жене говорил, только спокойно, врешь, вернусь. И вернулся. Потом врачи сказали, отлетался. Все. Ходил по комиссии. Убеждал, доказывал. Врешь, годен, годен. Ничего, убедил. И вот ерундовая авария. Глупость. Врешь, меня невозможно сглазить. Нет, не то, чтобы я там везучий был. Просто я умею драться.
выучился. Трагическая случайность. Это для некролога. А я живой. Живой. Точка. Как прилетим, я сейчас же домой только посмотрю на своих. А потом сразу же встретимся. Нет, конечно, ты тоже. Зайдешь на минуточку домой, а потом встретимся, да? Конечно. Мы знакомы всего 2 дня, а мне кажется, всю жизнь. О чем ты думаешь? Не знаю. Просто так. О том, что люблю тебя. А тебе хочется скорее в Ленинград? Да. Никогда еще так не рвался из командировки домой. А тебя там кто-нибудь ждет? Да, конечно. Кто же? Люди. Да ну, я думала, что... Что? Что, ничего. Я просто думала, что тебе не хочется расставаться со мной. Откуда ты взяла, что мы расстанемся? А просто мне с тобой даже ненадолго не хочется расставаться. Вот так бы и сидела все время рядом. Ты знаешь, я боюсь. Жизнь такая короткая, что я просто не успею насмотреться на тебя. Глупая. Жизнь огромна. В ней хватит места и для любви, и для работы, и для людей. Но ты ведь не знаешь, зачем я ездил в командировку, и не знаешь от того, почему я так рвусь назад. Ну, так ты мне объясни. Да, это долго. Потом. Ой, надо идти. Ну, погоди. Я на работе. Погоди. Ну, пусть... Ой, Господи. Ну, погоди. Вот, понимаете, я ему так и сказал. Полечу и в редакцию пойду. Обязательно найдем на него управу. Правильно. Ну вот, хорошо, это я один, понимаешь. А вот этот товарищ, он не хочет понять, ругается. А я абсолютно прав. Вы знаете, лучше всего лимон помогает. А чего лимон помогает? А где его взять? Лимон. У меня коньяк есть и лимончик. Хотите, да? Пожалуйста. Чему это есть так долго не дают? Ой. А мы летим всего 40 минут. Да. Ну так хорошо. Воды давай, минеральной, давай. Что ли? Есть действительно еще и не хочется. Сейчас принесу. И газет. Газет, пожалуйста. Хорошо. Постойте. Послушайте. Что? Ну, подойдите поближе. Я вас слушаю. Вы извините меня, пожалуйста. Я там шутил около автобуса и вообще... Целуйтесь на здоровье. Да ну что вы. Ну, пустяки. Никакие это не пустяки. А если пустяки, так нечего целоваться. Вы меня не так поняли. Сейчас я принесу воду и газету. Если бы она знала, как у меня болит голова. Никто этого не знает, кроме меня. Со стороны, наверное, противно смотреть. Брюзга и скандалист. Кому до меня какое дело? А так я вроде напоминаю о себе. Стыдно. Стыдно. Ну и ладно. У них свои дела заняты друг другом. Завидуешь. Завидую.
Ведь и я мог бы и работать, и любить, и целоваться не хуже их, а тут еще это... Нет. Нет, этого не может быть. Ведь есть, в конце концов, теория вероятности. И все же, кажется, это произошло. Или пойти спросить у пилотов. Ну, просто спросить, скажите честно, ребята, что там у вас хлопало под правой плоскостью при взлете? Корабля. Завтракать. Что? А, это вы. Конечно, конечно. Очень хорошо. Что, товарищ, позавтракаем? Ох, у меня сейчас просто волчий аппетит. Быка бы съел. Никогда не хотел так есть. Аппетит приходит во время еды. Я не хочу. А я бы выпил чего-нибудь. У вас там кофе или сок? Сок. О, сок, если можно. Сейчас. Прошу, товарищи. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Так, а вам сок? Спасибо. Вкуснотища. Слушайте, красавица. Да? На минуточку. Тут такое дело. Вышла одна пустяковина, но могут быть небольшие осложнения. Вы должны подготовиться. И если среди пассажиров есть слабонервные или... Еще что? Я все поняла. Разрешите идти? Идите. Что же это? О чем я подумала в первую минуту? Страшно сказать. О нем. Не о родителях, а о нем. Не о том, что, может быть, не увижу папу с мамой, а о том, что он может... Что с ним... Нет, лучше не думать об этом. Любит он меня или нет? Вот так же, как я его люблю. А вдруг нет? Ну и пусть. Ну и пусть. Все равно я буду с ним рядом. Он называет меня косолапый Мишка. Правда, я неуклюжая, невысокая. Зато я сильная. А косолапым мишкой можно называть и любимую. Вот так, просто так. Ничего не значит. Ласкательное прозвище. Спрошу у Ритки потом. Ну, вот видите, девушка, вот выпил боржому. И сразу голова прошла. Честное слово. И настроение прекрасное. Очень рада за вас. Ага, и чувствую себя человеком не хуже других. Знаете, я ведь тоже умею целоваться. Честное слово. Я рада за вашу жену. А я холост. Что же это вы? Так. Не хочу быть обузой. Вот, прилетим в Ленинград, схожу к профессору, вылечусь и женюсь. Отобью вас у вашего кавалера. Думаете, слабо? Ну, почему же? Я ведь легкомысленная. Все может быть. Я же говорил, у нас с вами все впереди. А почему у вас такое лицо? Что произошло? А? Ничего. Но только честно, честно. Они вам сейчас что-нибудь сказали? Ну, я же ведь чувствую, что-то не так. Ой, да что вы? Это я о своем. Ничего не произошло. Значит, мне показалось? Конечно. Поспите. Но толчок-то точно был. А это выбоина на полосе. Ничего серьезного. Спите. Угу, я же говорил, был. А что это хлопало? Это вам показалось. Возможно.
Я действительно посплю, пожалуй. Ну, спите, спите. Девчонка. Она хочет меня обмануть. Меня, пилота. Все правильно. Мои предположения подтвердились. Влип вторично. Вот уж не думал, а? Даже смешно. Это же надо, а? А может быть... Может быть, это даже лучше. Раз и готово. Теперь-то уж наверняка совсем рассыплюсь. Не будет никакой боли, не будет накипать злость на себя и не будет зависти к другим молодым, здоровым, влюбленным. Только бы поскорей. И спать. Спать. Что с тобой? Почему у тебя такие глаза? Какие? Серьезные. Я думаю. О чем? Так, о нас. Тогда у тебя должны быть веселые и счастливые глаза. Ты знаешь, я должна тебе сказать одну вещь. Говори. Говори. Только сначала я тебя обниму, мы посидим минутку тихо, а потом ты скажешь. Хорошо. Я готов просидеть так всю жизнь. Ты слушаешь? Да. Я тебе должна сказать очень важную вещь. Говори важную. Возможно, что наш самолет так и не сможет сесть. И мы будем всю жизнь летать. Так это же прекрасно. Представляешь, мы здесь состаримся вместе. Вот в этих креслах. Здесь вырастут наши дети, они будут летчиками. А потом... Я не шучу. Я тоже. У нас повреждено правое шасси. С колес сорвало резину. Что же будет? Не знаю. Можно посадить на брюхо. Я читал про такие случаи. Нет, у нас слишком тяжелый самолет. И ты... Все это тебе сказали там, в кабине? Да. Ну, чепуха. Нет. Это очень серьезно. Никто этого не знает, кроме экипажа? Нет. Так. Так, это надо спокойно и серьезно обдумать. Ага, не сможем сесть. Ерунда. Современный самолет, великолепная техника. На земле тоже. Техника? Разве это все? Нет. Люди. Люди. Ну, а если... Фу. Нет, 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 это невозможно. Это невозможно. Как же тогда содержимое вот этого портфеля? Оно не должно погибнуть. И я тоже. Без меня это ведь еще очень мало значит. Нет, нет. Нет, нет, не быть этому, нет. Точка, точка. Точка. От меня сейчас зависит здоровье и жизнь сотен и тысяч людей. От одной моей жизни. Это нелепо. Он сразу стал таким чужим. Он даже не видит меня. Господи, неужели он так испугался? А я? Ну, если честно. Нет.
честно, нет. Только в начале чуть-чуть. А почему? Ведь я же жуткая трусиха. Ага. Знаю почему. Из-за него. Я сейчас думаю только о нем. А он? Неужели он только о себе? Ну неужели это только страх? Ой, какой ужас. Нет. Нет-нет, не может быть. Нет. Как настроение, товарищ бортинженер, а? Чего-то ты сегодня задумчив больно. Вспомнил фразу из одной книжки. Читал недавно. Там буддийского монаха спрашивают, что самое ценное на свете. Ну? Ну вот, а он отвечает, дохлая кошка, потому что ей цены нет. Дохлый-то? Точно нет, прав монах. Нет ни цены, ни пользы даже от кошки, если она дохлая. Смерть – это глупость. Борт-инженер. Какая ей цена? Вот у меня жена врач. Когда наша дочка была совсем крохой, она однажды сказала: «Мама, ты никогда не умрешь, потому что ты врач». Смешно, да? Нет, хорошо. А я сейчас подумал, что можно сказать, мы никогда не умрем, потому что мы летчики. Не понял. Я хочу сказать, что человек живет еще в своем деле, в своей работе, поэтому от него обязательно что-то остается. Понимаешь? Даже когда он, ну, сам уходит совсем. Высокие слова. Ваша дочка хотела сказать совсем другое. Это очень философ. Вся в меня. Я в детстве тоже верил, что никогда не умру. Ну, когда стал взрослым, у меня однажды случился гнойный аппендицит. Пустяк. Но я чуть не умер. Я очень испугался. Ничего, кроме испуга. И сейчас ничего, кроме испуга, товарищ второй пилот. Я не верю, что случится катастрофа. Я не верю. Впал в детство. Да. А у меня последний рейс. Ну, в том смысле, что ухожу. Врачи прогоняют на пенсию. Налетался. Думал, буду теперь жить для внука, для детей. А вот сейчас подумал иначе. Устроюсь работать на земле в порту. А вот я не могу смириться с мыслью, что меня не будет. Мне вот сейчас показалось, я не знаю, можно ли это сказать. Сейчас ты можешь все говорить. Мне показалось, что если все-таки будет это, то все, возможно, погибнут, кроме меня. Ну, искалечусь там не сильно, но буду жить. Потому что я, в сущности, еще очень мало жил. А если все-таки это случится со мной, то жаль, что... Ну, ну, смелее, смелее. Что я ничего еще в жизни не сделал. И никого, в общем, не успел полюбить. Ну, все еще успеешь. Успеешь. Кому что? Я встретил девушку полумесяцем бровь. А я всю жизнь был холостяком и умру холостяком. Но если буду жить, возьму парня на воспитание из детдома. Это я сейчас решил. Только все это чепуха, философия, философия. Вот, пожалуйста, раскололся штурман. Не лучше ли своего, а, товарищ штурман? Ты где была так долго? Ну, я на работе. У меня есть одно срочное дело. Ты должна мне помочь. Говори. Я должен передать на землю одну телеграмму.
или радиограмму, как это у вас называется? Ну, вряд ли это возможно. Но это очень важно. Для кого? Для меня и для других. Теперь это стало очень важно. Но дело в том, что запрещаются любые разговоры с землей, кроме служебных. Ну, считай, что это самый важный из всех служебных разговоров. Послушай, ты мне можешь ответить на один вопрос? Да, конечно. Ты любишь меня? Ты же знаешь. Нет. Да, люблю. Ты боишься? Чего? Ты знаешь, о чем я? Нет. Это не должно произойти. Нет, нет. Значит, боишься? Я не имею права погибнуть. Не имею права. Все. Вопросов больше не будет. О чем ты хочешь говорить с землей, я попробую доложить командиру. Ну что с тобой? Ничего. Говорю, у меня мало времени. Я тебе уже говорил про свою командировку, но не все. Лучше ты напиши текст радиограммы, а у меня еще есть дела, извини. Постой. Пусти, у меня есть дела. Постой, постой. Товарищ бортпроводник. Товарищ бортпроводник. Да? Подойдите на минутку. Слушаю вас. Что-нибудь случилось? Послушайте. Тут вот эта беременная женщина, она все что-то охает, хнычет. Ну, нельзя ли ее убрать куда-нибудь? Ну, там впереди ей удобнее. А в хвосте удобнее вам, не правда ли? Тем более, что там такая компания. Хорошо. Я ее пересажу в хвост. Все? Все. Ну, не надо, не надо так волноваться. Все будет хорошо. Постойте. Да. Вот... Вот, возьмите. Дарю. Спасибо, но мне не нужно никаких подарков. Да это и не подарок. Это талисман. Он приносит счастье. Вот, вот видите, плексиглазовая кукла. Вы ведь летаете, а это опасная работа. А она приносит счастье в воздухе. Я ее один раз забыл и погорел на всю жизнь. Может быть, вам она поможет больше. Откуда она у вас? Да мне подарил ее один старый летчик. Вот видите, она выточена из осколка фонаря самолета, который разбился. А ему удалось спастись одному. Мне она больше не нужна, я ведь больше не летаю. А вам пригодится. Берите. А сейчас она вам, вы считаете, не нужна? Ну, да берите же вы, если дают. Спасибо. Оставьте себе. Господи, как я одинока сейчас. Я думала, вот он, тот человек, для которого я буду всем в жизни, а он для меня тоже всем. Ничего, только он и я. И вот, он думает сейчас только о себе или о ком-то еще там, на земле. А я ему и не нужна вовсе. Никому я не нужна. Мои родители, они даже не знают, что со мной. Что мне угрожает? Они спокойны, недалеко. А я совсем-совсем одна. И никому не нужна. Кроме этого, с больной головой. Куда же она пропала? Это надо срочно передать. Ну-ка, я перечитаю еще раз. Может быть, еще короче можно? Так, директору института 100. Срочно требую остановки всех объектов по схеме 13, ввиду их повышенной опасности для персонала и населения. Объекты могут быть запущены сразу после реализации схемы защиты. Так, схема защиты мной доработана и проверена на месте. Схема и текстовой материал на 60 страницах в портфеле. Все.
Весь вопрос в том, что останется от меня и портфеля. Во всяком случае, они будут искать, если не портфель, то решение. Не разыграл же я их в такую минуту. Ну что, написал? Прочти. Все понятно. А меня это не касается. Я прошу. Хорошо. Срочно требую остановки всех объектов. Хорошо, я попробую. Ну, спасибо. И ты сразу подумал о телеграмме? Да. Обязательно передай. От этого зависит жизнь людей. Ой, послушай. Что? Ты можешь меня простить? За что? Ну, в общем, ну, за то, что я стала сомневаться. В чем? В чем, в чем? В тебе. Прощаешь? Глупая. Ну, я бегу. Я быстро. Товарищ командир. Да? Разрешите радиограмму на землю. Это что еще за депеша? Очень важно, товарищ командир. Что, никак хотите попрощаться с родителями? Нет. Тогда что же? Это не от меня. Ну, кому же это приспичило? Или этот человек уже знает? Да, я ему сказала. Радиограмму не разрешаю. О вашем поступке поговорим на земле. Товарищ командир, радиограмма служебная. И от нее зависит здоровье и жизнь, может быть, очень многих людей. И все-таки разрешения дать не могу. Ничего удивительного. Она же в таком положении, товарищ. Ну, естественно, плохо переносит. Естественно. И рискнула полететь? Да? Откуда вы знаете, может, она еще не скоро? Это кроме нее самой никто знать не может. Ну, а когда узнает, будет уже поздно. Они всегда так перед фактом поставят. Неожиданность. А что вы понимаете, мужчины? Товарищ бортпроводник, можно вас? Иду. Сейчас я пересажу ее в хвост, не волнуйтесь. Да нет, я... Вы не беспокойтесь, я себя прекрасно чувствую. Пойдемте, пойдемте, там вам будет спокойнее. Ой, спасибо. Извините, я причиняю столько вам хлопот. Да по мне пусть она остается, я... Ничего, там ей будет лучше. Девушка, я вас прошу, возьмите талисман, а? Ну ведь я все-таки больной. Спасибо, мне не нужно. Ну вот, ну вы нарочно, что ли, хотите меня разозлить, чтобы я нервничал, да? Возьмите. Господи, ну какой вы смешной. Ну, давайте вашу куклу. Сама вы кукла. С этой штукой человек один спасся. Один из всех. Ну, спасибо. О. Так, пожалуйста, садитесь. Вот и хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо. Передадут радиограмму? Нет. Нельзя. Ну, инструкции. Ты очень расстроился. Ну, я еще попрошу командира. Хочешь? Ты им прочла текст? Нет, но я сказала, что очень важно. Они бы разрешили, если бы все знали. Надо что-то делать. Я не могу просто сидеть и ждать. Ты все-таки веришь, что может произойти? Этого не может быть. Не должно. Но разве это от нас зависит? От тебя? Впрямую, конечно, от меня не зависит. Но и сидеть сейчас, сложа руки, я как-то не могу. Но я не могу равнодушно ждать. Хотя бы эта радиограмма, она должна быть передана, и ты должна мне помочь. Ну, я все сделаю. Ну, вот неужели ты сейчас не думаешь... О чем? О нас. А ты знаешь, думаю. Думаю, я сейчас скажу глупость, которую не должен бы говорить инженер. Мне кажется, что если бы мы все... Ну, от экипажа до вот этой женщины, которую ты привела, все бы захотели по-настоящему, чтобы все кончилось хорошо, то все бы и кончилось хорошо.
все и кончится хорошо. Почему? Да потому что я люблю тебя, глупый. Вот, возьми. Что это? Ну что, это кукла. Поиграй пока. А экипаж у нас самый лучший в Союзе. Подожди, ты что, талисман, что ли? Тогда пусть лучше у тебя останется. Ну-ка, ну-ка, бери, не разговаривай. А для твоего портфеля я сейчас принесу пустой термос. Термос зачем? Знаешь, они у нас какие? Из железа, крепкие и несгораемые. Завинти туда свой портфель, драгоценный ты мой человек. Ты золото, золото. Я люблю тебя больше всего на свете. Да, если можешь, узнай что-нибудь у пилотов. Только поконкретнее, хорошо? Ага. Ой, слушай, я не могу. Я так рада. Просто ужас. Рада? Рада, что мы вместе. И что ты ничего не боишься. Я теперь могу опереться на тебя. Больше-то мне не на кого. У меня один. Правда? Правда. А я вообще-то сильная. Но и мне кто-то нужен. Я ведь женщина все-таки, правда? Правда, правда, правда. Ну, ступай, милая моя женщина. Ступай. Ну, я бегу. Ну как, у нас не стало одним пассажиром больше? Пока нет. Среди пассажиров врача нет? Вы не спрашивали? Есть. Есть, но, правда, он не совсем врач. Он наполовину медик, а наполовину инженер. Это уже нечто. Ну, хотя я надеюсь, что обойдется до земли. До земли? Да, до земли. А если нет, тоже не беда. Я думаю, справитесь. Штурмана пришлем. Да, штурман обязательно. А я не знаю, что будет лучше. Ну, говорите. Лучше ли будет, если у нас прибавится один пассажир? Или лучше ему не появляться? Это еще почему? Вы знаете. Ну-ка, отставить такие разговоры. Главное, спокойствие. Ну, выше нос. Постараюсь. Ступайте к пассажирам. И вот что. Вы знаете, задний салон в нашем самолете самое безопасное место. Переведите туда женщин, детей и больных перед посадкой. Хорошо. Вот. Мужчин помоложе, ближе к середине. Инструкцию знаете. Экипаж покидает самолет в последнюю очередь. Есть. Действуйте. Товарищ командир. Слушаю. Там есть один пассажир, который радиограмму хотел давать. Так. У него важные документы в портфеле, бумаги. Хотел бы я посмотреть на этот портфель после посадки. А я его положу в пустой термос и запечатаю. Разрешите? Это очень важно. Он говорит, что от этих документов и от него самого зависит жизнь и здоровье многих людей. Разрешаю. Посадите его тоже в хвост. Это я и хотела спросить. Разрешите идти? Идите. Это ее хахаль. Она с ним все два дня вертелась, теперь он хвост. Заботится о голубке. Да замолчите вы. Кто вам дал право? На какое сейчас право? А может быть, товарищ второй пилот, сам он в хвост просит. Бабам самое место. Отставить разговоры. Не дает мне покоя радиограмма, которую он хотел дать, тот инженер. Запрещаются всякие переговоры с землей, кроме служебных. Но, товарищ командир, ведь... Ну что, не все ясно, товарищ бортрадисту? Все, товарищ командир. Товарищ пассажир. Товарищ пассажир, проснитесь. Я не пассажир, я пилот. Бывший, но пилот. Вот так. Или нет, скоро я буду бывшим пассажиром. Ну что ж, это лучше, чем быть бывшим пилотом, спокойнее. Я прошу вас перейти в задний салон. Это еще зачем? Для правильной центровки, скоро посадка. А другого-то никого нельзя, а? Ну там ведь это, я боюсь. Ну, да ну ее, она еще рожать начнет. Ну, кого-нибудь другого. Я вас очень прошу.
Ну, ладно. Все равно туда так туда пошли. Ну, вот и хорошо. А, вот и вы тут как раз. Снова мы соседи с вами. Я не напрашивался, это вот она. Очень рад. Ну, это положим. Рад. Вот тебе твой термос. О, сумеешь открыть? Спасибо. Сумею. Ты здорово придумала. Вот и прекрасно. Ты же хотела, чтобы мы побыли вдвоем, а нас здесь уже четверо. Даже почти пятеро. Ну, так приказал командир. Не понял. Здесь самое безопасное место. При посадке. А я? Почему я-то здесь? Не ты. А твой портфель и ты. Подожди, ты соображаешь, что ты говоришь? Не кричи. Ну-ка, выйдем. Ну, выйдем. Пойдем. Я не понимаю, почему ты так рассердился. Посмотри, в салоне есть женщины, дети. Ты понимаешь? В первую очередь в хвост нужно пересадить их, а не меня. Но ведь твой портфель, он без тебя никак... А ты? Что я? Ты ведь не пойдешь в безопасное местечко. Ты будешь с ними. Будешь им улыбаться, кормить их мятными конфетами. Это моя работа. А моя работа спасать твою шкуру, да? Я думаю, что ты... Неправда. Ты думала не об этом. Я тебе не безразличен. А они безразличны. И пусть я уцелею, а они... Не смей! Не смей! Как ты мог? За что она меня ударила? За дело. Откуда вы здесь? Вы что, все слышали? Откуда? Когда меня перевели в задний салон якобы для правильной центровки, я уже все понимал и все слышал. Самое безопасное место. Вполне понятно, что туда переводят беременную женщину, контуженного летчика, еще каких-то женщин. А вот почему там вполне здоровый инженер по технике безопасности? Согласитесь, я мог себе задать такой вопрос и следить за ходом событий. Вот потому-то я и слышал ваш последний разговор. Подслушивали? Да молчите! Подслушивали. Когда меня сюда перевели, я думал, ну и черт со мной и со всеми нами. По крайней мере, голова не будет болеть. Не такое уж это безопасное место, хвост. Ну, короче, мне все было безразлично. Кроме, может быть, вот этой девочки, стюардессы, которая перевела своего любимого в хвост. А теперь мне стало стыдно. Стыдно за нас обоих. За ваши жестокие слова и... За свое собственное малодушие. Да. Я знаю, что делать. Вы? Разве вы имеете отношение к авиации? Сейчас мы все к ней имеем отношение. Я иду в кабину к экипажу. О, любопытное совпадение. Я собираюсь именно туда. Идемте, вы мне поможете. Идемте. Пошли. Товарищ командир, диспетчер запрашивает, где будем садиться. Как где? В Ленинграде? Они должны были подготовиться. В Ленинграде испортились метеоусловия, ухудшилась видимость. Сильный боковой ветер, они предлагают запасные аэродромы. Но там же не готовы нас встретить? Нет, пусть выводят по приборам. Вам говорили. Я принимаю решение садиться в Ленинграде. Передаю. Разумно. Только разумно? Это безумие. А выход? Из такого положения не может быть выхода. А из вас, пилота? Разрешите, товарищи. Нельзя. Вам же русским языком сказано нельзя. Я бывший военный летчик. На каком самолете вы летали? На разных. Последнее время на Иле-28. Знаю эту машину. Я могу дать совет. Ценный совет. Тоже еще советчик выискался, видали? В таком случае от него больше толку, чем от тебя. Я потерпел аварию при аналогичных обстоятельствах. Откуда вы знаете, что у нас за обстановка? Я пилот. Достаточно. Мы вас слушаем. Для такой тяжелой машины посадка на брюхо невозможна. Надо сажать на две точки и так держать, пока скорость не упадет хотя бы вдвое. Я придерживаюсь такого же мнения. А вы, товарищ, тоже пришли с советами? Вы тоже летчик? Нет, я инженер. Тот самый, наверное, насчет радиограммы. Зачитайте текст. Так, ну, значит, адрес.
срочно требую остановки всех объектов по схеме 13 ввиду их повышенной опасности для персонала и населения. Дальше вы сообщаете, что решение в портфеле. Да. Вы уже знаете? Вы уверены в эффективности своего решения? Да, уверен. Так. Товарищ бортрадист. Да-да. Если передача радиограммы не нарушит режима служебной связи, разрешаю передачу. Есть. То есть я снимаю с себя всякую ответственность за то, что здесь происходит. Вы обязаны действовать по инструкции. Вы не имеете права. А я... Сядете, может быть, сами за штурвал. Не сядет. Я его отстраняю от полета. Вы меня отстраните лучше своей властью командира от того, что произойдет и происходит здесь по вашей вине. Ну что же вы? Я не хочу погибать из-за вашей глупости. Не хочу и не буду. Пустите меня. Я сейчас всем сообщу. Пустите меня в салон. Я всем сообщу, когда прилетим, я вам покажу. А если только что случится, вы ответите все. Все ответите, я не хочу. Ну, истерика. Товарищ второй пилот, останьтесь в кабине. Выходите в салон в таком виде. Запрещаю. Встаньте так. Плевать мне на вас. Плевать. Мне теперь на всех наплевать. Я снимаю себя всякую ответственность. Тихо! Товарищ бывший военный летчик, сядьте на место второго пилота. Но я не знаю этой машины. Садитесь. Не люблю, когда рядом пустое место. Есть. Прошу всех максимум внимания. Посторонние разговоры запрещаю. Заходим на посадку. Внимание, товарищи пассажиры. Наш самолет совершает посадку в аэропорту города Ленинграда. Просьба не курить и застегнуть привязные ремни. Просьба всем оставаться на своих местах до полной остановки двигателей. Температура воздуха в Ленинграде 11 градусов. Всего хорошего. Благодарю за внимание. Когда самолет садится ночью или при очень плохой видимости, говорят, что он совершает слепую посадку. На самом деле она не слепая. Люди на земле по приборам внимательно следят за самолетом. Люди на земле осторожно и уверенно помогают людям в воздухе. Нужно только, чтобы те, кто в самолете, очень хотели вернуться на землю. Иногда, чтобы очень хотели. Прошли дальний привод. Высота, курс? Курс 140. Высота 150. Проходим ближнюю приводную. А, похоже, нас тут ждут. Заходим одни. Курс 140.05. Высота 100. Главное завалить на нос и налево. Боковой ветер, черт его возьми. Только бы у них толковый диспетчер посадки оказался. Полоса! Все! Конец! Заткнись! Молчать! Сейчас будем касаться бетона. Раз, два, три. Есть! Тормозные парашюты. Кати! Ну, хоть чуть-чуть погасить скорость. О, да у них пожарные машины наготове. Не потребуются. Начали пахать. Ничего теперь не перевернет. Порядок! Запросите аварийные трапы на полосу. Приехали. Мне второй раз повезло. Командир посадил так, словно всю жизнь сажал на две точки. Товарищи, второй пилот выпрыгнул первым и сломал себе ногу. Вот так ноги! Повезли беременного пассажира и этого нашего храбреца заодно. Товарищ командир. Хорош, нечего сказать. Товарищ командир, все в порядке. Можно покидать самолет. Товарищ командир, вы слышите, а? Товарищ командир. Слышу. Просто хочу попрощаться с самолетом. Как-никак последний полет. Знаете, бортинженер,
так бы и сидел здесь всю жизнь. Главные опасности позади. Но, возможно, еще случайности. Здесь опасно оставаться, товарищ командир. Какие там случайности? Жить вообще опасно, товарищ бортинженер. Важно только не бояться опасностей. Тогда стоит жить и имеет смысл бороться. Жду тебя. Ой, а что это? Что у тебя с руками? А, пустяки. Ну, там надо было помочь при выгрузке. Больно? Нет, обидно. Почему? Не смогу взять тебя на руки и донести до машины, которую за мной прислали. Да ты что, какая машина? Ну-ка, быстро идем в медпункт. А все-таки я донесу тебя. Пусти, сумасшедший, ты что ты делаешь? Ни за что.